Один мой друг сказал, что не любит фантастику, но любит творчество. И в этом есть своя ирония, потому что творчество, по сути, и есть фантастика. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о самых удивительных и уникальных изделиях, созданных из дерева. И это будет наша с вами фантастика в реальной жизни. Автор лучшего комментария получит от меня 1000 рублей. А с вами Бабл, поехали! Этот уникальный в своем роде музыкальный инструмент создал шведский музыкант Мартин Молин. В машину встроено несколько инструментов, в том числе бас и барабан. 2000 металлических шариков движутся по разным путям, создавая при этом звук. На изготовление этой огромной музыкальной шкатулки ушло почти 4 года. Только представьте! А вы знаете, что такое кинетическая картина? Я тоже не знал, но она перед нами. От нее просто невозможно оторвать взгляд. Нужно просто запустить механизм с помощью специального ключа, и можно наслаждаться этим завораживающим зрелищем. Это конструктор. Прежде чем удивить друзей, вам придется потратить пару вечеров на сборку данного чуда. Стол с таким оригинальным дизайном станет изюминкой любого интерьера. Кажется, будто посередине бежит ручей. Если пить чай за таким столом вместе с приятелем, создается впечатление, что вы с ним находитесь на разных берегах. Кстати говоря, такой стол может быть не обязательно круглым. Дерево, стекло и немного фантазии, и обычный стол превращается в чудесный ручей. Никто бы не подумал, что кресло, сделанное исключительно из дерева, может быть мягким и комфортным. Тем не менее, эти мастера придумали специальную технологию, благодаря которой мебель будет обладать хорошими амортизирующими свойствами. Можно удобно развалиться в этом кресле, и спинка легко примет нужную форму, да и выглядит это изделие очень оригинально. Такое кресло может стать украшением любой веранды. Умеете? Могете. А этот парень решил доказать, что может создать из дерева настоящий шедевр, который по оригинальности не уступит картинам художников-модернистов. Он записал на видео весь процесс, и кажется, что это не так уж и сложно. Возможно, вам также захочется создать нечто подобное и повесить необычную картину в своем офисе. А это уже похоже на настоящее волшебство. Кажется, парень двигает деревянные бруски одним взглядом. Как ему это удается? Неужели он действительно владеет телекинезом? Или не обошлось без применения передовых технологий? Деревянные кубики в этом своеобразном экране полностью копируют силуэт парня и повторяют за ним каждое движение. Создается впечатление, что он смотрится в деревянное зеркало. Сколько времени вы сможете смотреть на то, как катится мраморный шарик? Если его путь пролегает по такому удивительному маршруту, то лично я мог бы наблюдать за этим бесконечно. Мастер создал прекрасное дерево, в котором находятся различные постройки. Но самое удивительное – это тропинка для мраморного шарика, которому приходится делать невероятные виражи, чтобы скатиться вниз. А вот еще один мастер, который доказал, что вопреки общему мнению, изделие из дерева может быть очень даже гибким. Главное – проявить немного смекалки. Смотрите, эта лавка легко приобретает нужную форму, ее можно выпрямить и поставить под стенку. Можно превратить в лавку витиеватой формы, а то и вовсе свернуть в кольцо. Согласитесь, очень удобно. Главное, что изменить форму лавки можно всего за 1 секунду. Один из лучших способов расслабиться после тяжелого рабочего дня – это наблюдать за закатом, качаясь в кресле-качалке. Но уверен, такого кресла вы еще не видели. Сложно поверить в то, что оно сделано из дерева, а не из какого-нибудь прочного пластика. Талантливые мастера придумали специальную технологию, которая позволяет создавать из дерева изделия самых причудливых форм. Друзья, мы же все знаем, что календарь – это необходимая вещь на каждом рабочем столе. Но если немного пофантазировать, то можно совместить приятное с полезным и сделать так, чтобы календарь не просто напоминал, какой сегодня день, но и радовал глаз.
Ничего сложного в его конструкции нет, главная интересная задумка. Если вы умеете обращаться с деревом, то легко сможете сделать кому-нибудь из друзей или близких такой оригинальный подарок своими руками. А вот еще одна прекрасная идея для подарка. Эта деревянная скрипка не только эффектно выглядит, но и очень практична. В нее легко можно поместить нужные вещи небольшого размера. На видео это игральные кости и батарейки. Но хранить в такой оригинальной шкатулке можно все, что угодно. Конечно, при условии, что оно туда войдет. Вот только создать такую красоту будет совсем непросто. Вообще, сегодня дизайн мебели бывает настолько невероятным, что нас с вами уже сложно чем-либо удивить. Тем не менее, я уверен, что вы будете впечатлены, когда увидите, какое удивительное кресло удалось создать этому парню. Оно выглядит очень удобным, а подсветка делает его вид просто фантастическим. Напоминает какой-нибудь, знаете, трон для сказочного существа. Хоть я, конечно, и реальный, но я бы с удовольствием посидел бы на таком троне. И еще один трансформер на этот раз, лавка не просто меняет форму, а превращается в стол. Мебель, которая легко меняет форму, это отличное решение для небольшой квартиры. Можно пригласить друзей, и для каждого найдется место за столом. А после превратить стол обратно в лавку и отодвинуть к стенке. Но не всегда люди думают о практичности. Из дерева можно создать шедевр, который будет восхищать всех и радовать глаз. Для этого нужно быть очень творческим человеком и талантливым мастером. Посмотрите на эту лошадь, ведь она выглядит как точная копия настоящей, только уменьшенная в размерах. Так, а теперь взгляните, как легко эта тумба меняет форму. И все это происходит так плавно, по ней буквально можно запускать волны. Очень оригинальное решение, видимо, этому парню надоело, что ваза не влезает в тумбочку. И это вдохновило его создать такой интересный предмет. А вот еще один стол-трансформер, и хотя он не превращается ни во что иное, а просто увеличивается в размерах, выглядит эта метаморфоза просто завораживающе. Вращая, стол раскрывается, демонстрируя при этом прекрасные узоры, словно калейдоскоп. Еще одно удивительное кресло, и хоть оно без подсветки и не качается, все равно его внешний вид поражает. Главное, что оно выполнено из экологически чистого дерева, и отдых в таком кресле, несомненно, доставит вам удовольствие. А этот мастер – настоящий скульптор. Только посмотрите, с какой точностью ему удается изобразить человеческое лицо. Кажется, будто глаза этого деревянного мужчины действительно смотрят на нас. Посмотрите на скулы, на щеки. Это же сколько времени нужно было потратить на такую вершину мастерства. Думаю, следующим этапом будет покрытие лаком или краской, но я лишь обычный смертный, поэтому могу только догадываться. А вот посмотрите теперь на эти необычные часы. Они могут стать украшением любого интерьера, кажется, будто они из какого-нибудь сказочного замка. Как видите, с дизайном можно поэкспериментировать, но это уже нюансы. Любые из этих часов выглядят необычно и сказочно. Камень, что находится в центре, по всей видимости, из «Игры престолов», отнятый у Ходоков. Друзья, необычные вещи делают нашу жизнь более интересной. Даже простой журнальный столик можно превратить в настоящее произведение искусства, если обладаешь фантазией и любишь свое дело. Мало того, что стол имеет такую удивительную форму, так его столешницу еще и украшает прекрасное изображение оленей. В этом видео я показал вам, насколько может быть богата человеческая фантазия. Иногда глаза боятся, но руки делают. И всегда, оборачиваясь назад, ты не жалеешь о том, что потратил свое время на творчество, ведь оно прекрасно. А с вами был Бабл, вы только что прокачали свою креативность на +5. До скорого!